Первый хакатон по развитию креативных индустрий «Креатив на Волге» пройдет на площадке станкозавода с 19 по 20 августа. Напоминает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Участники вместе с кураторами и экспертами обсудят развитие креативных кластеров в регионе и определят, как креативный бизнес может повысить туристическую привлекательность Самары. Для гостей хакатона организуют открытый лекторий. Для участия нужно обязательно зарегистрироваться. 29 августа на базе самарского бизнес-инкубатора состоится семинар «Женский бизнес», сообщает городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли. Участников познакомят с возможностями выбора налогового режима и с мерами поддержки, а также обсудят актуальные вопросы. На что обратить внимание при регистрации бизнеса, как просчитать свой проект, как формировать стоимость своего товара или услуги, как вписать меры поддержки в сценарий развития своего дела, как наладить отношения с клиентами и не выгорать. Семинар пройдет на главной 3 – начало в 11 часов. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться. Ссылка в телеграм-канале департамента. Поддержка соучастия – совместное действие. В этом и заключается смысл государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы. В Самарском районе прошло обсуждение общественного проекта «Островок хорошего настроения», обустройство детской, игровой и спортивной площадок по улице Самарской, дом 51, дом 53А. Инициатива участия жителей в губернаторском проекте «Содействие» в ходе горячей и дружной дискуссии была поддержана всеми участниками конференции, сообщает телеграм-канал Самарского района. Мобильному приложению «Карты жителя» исполнилось 2 года, сообщает телеграм-канал Октябрьского района. Что доступно в приложении? Просмотр афиши, новостей и опросов, сервисы госуслуг, информация о доступных льготах, подача онлайн-заявки на выпуск карты, сервис подключения домофона, сервис «Моя Третьяковка» и программа лояльности «Мир», возможность подачи обращения в техническую поддержку проекта.